И снова здравствуйте, здравствуйте, наши удивительные, невероятные, светлые души. Мы рады приветствовать каждого, кто зашел на наш канал, кто смотрит данный эфир. А с вами снова я, мистик, философ, поэт Татьяна Синдеева-Гурова. Ту-ту-ту-ту, и мой супруг Артур Елян. Ура, ура, ура. Здравствуйте, наши невероятные, здравствуйте, наши хорошие, здравствуйте, наши милые, добрые, светлые души. Мы, это рубрика «Жизнь мистика без мистики», да, так что мы сейчас будем гулять. Вот, когда рубрика «Жизнь мистика без мистики», мы гуляем. Сегодняшняя наша прогулка будет по гостинице «Монтаж», которая находится в Беверли-Хиллз. Вот, мы, как всегда, едем, сейчас же все-таки рождественское, предрождественское время, и гостиницы невероятно красивые, все украшено, все горит, все светится. Здесь на улице тоже все горит, все светится, переливается. В общем, мы едем за новогодним настроением. Вот так мы ходим, ходим, ходим перед Новым годом по всем красивейшим местам, вдохновляемся, в общем, созерцаем. Ой, как красиво здесь, вот здесь красиво. Получится или нет сейчас? Вот здесь на улице, ну, глазами, конечно, красивее, чем из машины. Глазами красивее. Значит, вот выйди пока, я в машину поставлю. Мы сейчас вместе выйдем. Вместе выйдем, вместе пойдем, и потом по улице здесь все это сниму. Вот, и пойдем сейчас в гостиницу, и в гостинице красиво, и возле гостиницы красиво, и будем с вами созерцать, и вот эту красоту наблюдать. А вы знаете, что созерцание — это тоже талант, потому что не каждый человек способен созерцать, так же, как и не каждый способен созидать. В общем, все, Отец Небесный, что нам послал, мы должны это созерцать, любоваться и наслаждаться. Я думаю, что я наглядный пример, потому что раньше я мимо цветочков, мимо птичек проходил, и я их не замечал. Да. А сейчас, как я с Танечкой познакомился, я уже их созерцаю. Значит, у тебя тоже вот открылся, я думаю, что можно поставить талант. Талант созерцателя у тебя открылся, видишь? А то у тебя этого не было. Ой, какой магазин, там щелкунчик, все тоже горит. Вообще красота, красота. Какая витрина красивая. Прям припарковались возле этого магазинчика. Ой, все к Рождеству, щелкунчик. А там-то красота. Красота, красота. И здесь посмотрите. Какая? Ой, ну, так не увидишь это. Это сейчас вот. Когда едешь, вот эти все гирлянды горят синим цветом. Красотища-то какая! Артур! Давай, прочитай. Пойдем гулять, пойдем созерцать. Мы здесь были на Новый год. Да. Мы вот там сидели и Новый год встречали. Вот год нашел. Да, мы в этом ресторане. Какой год? Два года назад. Да. Два года назад Новый год отмечали в этом ресторане. Встречали, отмечали. Вот наш столик. Да, в уголку тут. Вот там внутри мы были. Как интересно ходить рядом с теми местами, где уже был. Кстати, Новый год мы там отмечали. Сейчас пойдем. А мы, кстати, зашли тогда в «Монтаж», хотели в этой гостинице отмечать, помнишь? Но там у них уже было все забронировано. Все было забронировано, да, и мы здесь нам потом. Там что-то не понравилось еще. Нет, там забронировано. Там уже все было в визе. А потом мы сюда пришли. А потом сюда пришли. Да, и здесь забронировали. И здесь хорошо погуляли. Наелись, напились, да домой пошли. Покатились и домой покатились. Начинаем снимать красоту. Мы подошли
бабки, да, бабки, не-не-не. Я лучше камеру сяду. Наши люди в Голливуде. Наши люди в Голливуде, наши девочки там снимаются. Ой, как красиво, посмотрите, какая красота. Да-да-да-да-да. Красота невероятная. Ой, а сзади лимоны. Сзади лимоны. Сейчас я себя вот в этой трубе засниму. Ой, красота! Это еще только начало. А потом там еще в гостинице как красиво. Еще елочка. Какая красивая елочка. Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Какие двери? Ставеньки резные, дверцы расписные. Зачули в туннеле. Какой туннель хороший здесь. Угу. Моя красивая зачуля. Выходи, 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 выходи. Да, да, да. Да, какие красивые огоньки. И окошки там наверху, и домики. А там снежный кон наверху. Большой. Красивая елочка, да? Очень. Я когда прихожу в такие места, и мне сразу хочется петь и танцевать. Петь и танцевать хочется. Петь и танцевать хочется, зай. Я когда прихожу в такие места, мне сразу петь и танцевать. Да, будем танцевать. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, такая зеленая была. Такая елочка. Да, вокруг елочки хоровод ходит. Води. Это близко. Только красиво. Мы можем раньше сделать, можем снять. Зай, стой, стой, ну так красиво. Мы сейчас можем двери закрыть. Но нет, не надо, не трогай. Ну, я тебя прошу. Какая пещера будет? Никогда свои правила не делай. Но я не говорю, что я сделаю. Я говорю, мы можем сделать. Можем, но можем, не будем. Но не сделаем. Смотри, как красиво. Вот какие красивые. Художник. Смотри. Я художник Рафаэл. Давай хоровод водить вокруг елочки. Смотри так. Только не в кадр. И что ты такой? Кадр не смотреть? Ну, что такое любопытный? На меня посмотри.
Какой красивый кадр. Как красиво. Как будто мы с тобой в пещере находимся. Вот сейчас идем внутрь. Очень. Такие белые елочки. Как будто они замерзшие. Ой, как красиво. Ой, какая красота. Какая красота. Ой, как я люблю это время. Как я люблю это время. Тут даже дома можно и не украшать, потому что так ходишь по городу и наслаждаешься, смотришь это все, смотришь, радуешься. И домой пришел, только спать лег. И поспал, и опять пошел. Вот такие ветки можно дома повесить. Да, можно купить. Такие веточки продаются. Вот такие там елочки. Здесь больше нету, видишь? Вот здесь было, да. Окей, здесь было. Сейчас, вон там сидит. Санта-Клауса нет. А елки были красные в прошлом году. Ага. Я помню. Да. Елки были красные, а сейчас белые. Сейчас они снизу просто. А, да, это был пряничный домик, по-моему, стоял. Или нет? Или не в этой гостинице? Мы еще столько гостиниц обходили, что кажется, что... Нет, здесь пряничного домика не было, но елка была красной и стояла одна большая, помнишь? Красивая. Какой белый зал сделали. Ах, белый зал, белые елки, белые украшения. Все красиво, да? Сейчас пришли, насладимся красотой, а потом домой пойдем. Там нет ничего, да? Ну, так было, как есть. Там нет ничего. Декорации нет. Ну, просто лесенку снимут в этой гостинице. Красиво тоже лесенка. Такая очень красивая. Смотрите. Очень красиво. Очень-очень симпатичненькая гостиница. Красота. Если бы здесь еще украшения были бы такие елочные, ух, было бы вообще сказка. В этом году что-то не сделали. Заины ножки бегут по дорожке. Какая лесенка красивая.
красота, да и только. На улице красиво, в здании красиво. Все везде красиво. Здесь какие-то цветочки. Где-то Артура потеряла. Интересное дело. Тут еще в ресторане тоже елка была. Ну, наверное, сегодня там закрыто. Обычно там внутри. Вот там внутри тоже елка была. Видишь, что-то там. А может почитать. А, там ничего нету. В этом году. Ничего нет, а там закрыт ресторан. Там, наверное, что-то есть. Ну, что-то нынче в этой гостинице слабое украшение. Это все в елочках. А ты заметил, что в этом году слабое украшение? Вот там, помнишь, вот в том ресторане... Да, что в этом году тут еще это дрыгал-то это было для. Санта-Клаус сидел. Санта-Клаус сидел, и потом здесь как к еврейскому празднику свечи стояли. Дрейдлс лежали, да. Конфеты лежали еврейские. Конфеты лежали, да. Шоколадные. Помнишь? Круглые, круглые, да. Ага. Потом вот там вот этот ресторан был, и там тоже елка стояла. Но сейчас я туда прошла, там ресторана нету. Ну да, по-другому. Что-то там закрыто, да. А этот ресторан, который мы то, что хотели здесь взять, что-то тут все закрыто и заново украшают Новый год, то ли что-то непонятное, потому что шторками все завешено. Что там? Да, готовят, да? А, готовят к Новому. К Рождеству готовится. Ну что? Новый год будет готов. Наверное. Я перейду. Это гостиница называется Мейбург. Мейбург. Да, Мейбург. А я что сказала, монтаж? А, Мейбург. Мейбург. Ну ладно, Мейбург. Все равно никто не знает. Да. Никто не знает. Пусть будет, да, ошиблись. А вот на улицу они елочку поставили. Вот елочка на улице. Ага. И там на улице так красиво все оформлено. На улице елочка. Ёлочка, ёлочка, тонкие иголочки. Так мы ушли, так люди исчезли. А то бы и люди не могли здесь сняться. Все кто-то мимо кадра пробегал. В кадре все. Кто-то все шмыгал. Шмыги были. Сейчас покажу, какой здесь ресторанчик. Такой ресторанчик, это на улице будет. Должны люди сидеть и кушать, чаевничать. Артур, где ты? Артур, здесь тоже ресторанчик на улочке стоит. Люди кушают. А здесь деревца с лимонами. Смотрите, лимончики. Лимончики. Там ресторанчик. Люди сидят, спокойно питаются. Здесь очень красиво. Водица. Водица, водица, ты моя сестрица. Я, Соня, зачем фонтан полез? Ну как? Она сказала, слабо Вальдемару нырнуть. Я и нырну. Вот, Афоня, видишь, что тебе нужно? Пусть Вальдемар и нырял бы, как она меня Вальдемаром называла. А, ну все равно, Афоня, нехорошо. Нельзя так. Да, нельзя. Как красиво, да? Очень красиво, да. Как простенько, но со вкусом, да, знаешь? Особенно, которые сзади,
они кажутся такие невесомые, легкие, они как-то ощущение легкости, да, вот что эти? Вот да, что как-то они так да, держатся кому-то, сами. Как будто здесь, да. Как будто потолок на самом деле нет. Да, такие ощущения легкости, какие-то такое интересные. Воздушности, как это же непонятно, как оно так. А тут туннель как бы. Зая в туннеле. Туннельная зайчуля. Ла-ла-ла-ла. И сзади елочка. А у елочки зеленые иголочки, а наверху такая синяя шапочка. Посмотрели красоту-то какую, подзарядились хорошим настроением. Поднялось у вас настроение, что захотелось с Нового года, почувствовали приближение праздника. Удалось нам передать весь этот настрой рождественский. Я думаю, что удалось. Удалось. Огоньки, какие огоньки, инсталляции, какие красивые. Да, оно красивое. Чтобы увидеть информацию. Если там что-то сложно написано, он не будет вникать. Здравствуйте. Ну вот, посмотрели, гостиницу посмотрели. Сравнили с прошлым, с позапрошлыми годами, с нынешними годами. Ну, собственно, все нормально, все хорошо. Каждый раз что-то новое. Главное, что это есть. Главное, дух, атмосфера сохраняется. Вот. Улочки тоже все наряжены. Ага. В общем, так, снега нет у нас, видите? Снега у нас нет. Если когда снега нет, то тогда Новый год как будто бы и не чувствуется. Но здесь он чувствуется, потому что за месяц вперед здесь уже все украшено, разукрашено, развешено. А еще вместо снега они ватой там засыпают? Да, ну, смысле снег настоящий, да, что вата это одно. Вот, но из-за того, что вот это вот все, видите, украшение вот на улице, видите, все это украшено, да, и красиво. Вот, и все красивенько, все нарядненько, все горит и все блестит. И поэтому, хочешь не хочешь, прям Новым годом пахнет. Все пахнет и пахнет Новым годом. Прянет пахниками. Еще все время, когда ходишь в магазины, и все время эти песни про Крисмас, да, и все такое. Немножко погуляем чуть-чуть. Да, и поедем домой. Вот. И поэтому мы выходим так это с Артуром. Я это уже показывала. Когда только вышла из машины, да, и пошла. Вот. Вот. Да. И поэтому вот мы с Артуром выходим всегда в праздничные вот эти вот моменты. И заходим. Входим и выходим. Заходим, он из лесу вышел и снова зашел. И гуляем, и гуляем, и гуляем, и гуляем. Радуемся, как дети. И, ага. Да. И знаем. Потому что, а что еще делать? Что еще делать? Надо жить и радоваться. Радоваться и... Пока можно радоваться, надо пока радоваться. Пока можно радоваться, надо радоваться. Поэтому мы и радуемся. Поэтому мы, собственно, и записываем фильмы для того, чтобы поделиться с вами нашей радостью, и чтобы вы тоже радовались, несмотря ни на что. Вот я, когда рядом с тобой хожу, я радуюсь. Вот это молодец. Ты рядом есть, я радуюсь. Еще и чепчик так надел, радостно. Ага. И как это ходишь. Чтоб смешно было. Да, чтоб смешно. Вот. Вот, а вот здесь
быстро елочка есть красивая. Да, магазины все украшены. Вот какая красивая елочка, покажи. Ой, какая красивая елочка. А мы тоже в него заходили, этот магазин, я помню. Да, в прошлом году не ходили. Да, да, и на елку смотрели. Не в прошлом, может, позапрошлом. Не помню. Мы на елочку смотрели. Да. Ну что же. На этом мы и будем заканчивать свой радиоэфир. Вижу радио. Радиорепортаж. Радиоэфир. А что, я бы, мне кажется, я бы на радио хорошо поработал. На-на-на, замазать клювики. Да, у нас как видеоэфир, так намазать клювики. В это время у нас все... Намазать клювики. Это говорит о том, что сейчас 7 вечера, а я вечером мажу клювики птичкам. Вот будильник у Артура заработал. Намазать клювики. Да, ну что же. На этом мы будем заканчивать свой видеоэфир. Мы желаем вам всем, как и платится на Новый год, желаем вам доброго-доброго, хорошего-хорошего настроения, счастья, радости, благости, чтобы все-все у вас было хорошо, чтобы даже если в вашем городе нет ничего такого симпатичного и красивого, сделайте, создайте это все дома. Вот, создайте дома, сделайте дома. Вы знаете, я когда жила в деревне, в селе Старолейском, у нас тоже так никто ничего не украшал, как здесь. И здесь нам даже дома не надо украшать, потому что мы вышли, нагулялись, и уже и дома-то ничего не надо. А когда я жила в деревне, мы с ребенком там все завешали, завешаем все гирляндами, елку поставим, всю ее разукрасим, накрасим. Все везде у нас сгорело, все сверкало, все блестело. И мы сами себе устраивали праздник. Сами себе и танцевали под елкой, и скакали, и прыгали. И делали романтические ужины с ребенком. Накрывали поляну, садились и кушали под елкой. Свечки зажигали, да? Собачка, кошка, все с нами сидели. Попугайчик. Попугай не сидел, потому что свечки не никогда. Вот, и все так было красиво, все так было нарядно дома, мы так радовались Новому году, мы сами себе устраивали праздник. Поэтому, несмотря ни на что, даже если у вас в городе, в маленьком поселочке вы живете, где нету таких вот украшений, то создайте это все у себя дома, это все можно сделать, все-все можно сделать. Вот, я себе так делала праздник дома всегда. Вот, ну на этой благостной, радостной ноте я буду заканчивать. Мы любим вас, любим, обнимаем и желаем вам доброго-доброго, всего самого-самого-самого. Пусть этот Новый год вам принесет много радости и счастья. Еще рано желать, но все равно будем заранее желать каждый раз. Ты уже выключаешь? Пока-пока, да, люблю. Давай еще до угла дойдем и обратно, пока не выключай. Нет, хоть еще. Ну что здесь, уже все. Просто прогуляемся, да? Там ресторанчик, люди кушают, сидят. Дойдем до угла, а потом выключим. Вот смотрите, на улице сидят, которые не уколотые, а внутри сидят, которые уколотые. У нас сейчас такой режим. Не уколотых не пускают. Вот мы с Артуром... А мы с Артуром дома едим вообще. Если надо, только мы на вынос берем. Сейчас вот. Покажем, да? В общем, вот так. Вот такие правила. Нас притесняют, гайки зажимают, везде нас ущемляют. Да, главное, живы и здоровы. Да, а мы все равно радуемся. Главное, утром глаза открыли, можем дышать. Да. Уже хорошо. Да, и радуемся тому, что мы живы и здоровы. Слава Отцу Небесному. Радуемся вместе с тобой. Все, пока-пока, мы любим вас. Смотрите, какие звездочки, конечно.